27 ноября в прекрасно украшенном музыкальном зале Сестрорецкого дома детского творчества прошел праздничный концерт, посвященный столетию российского дополнительного образования детей. На импровизированном корабле четверо девчонок и мальчишек, наших современников, отправились в увлекательное путешествие по волнам памяти. За полтора часа команда юных моряков вместе со зрителями смогли вернуться в прошлое, погостить в настоящем и заглянуть в будущее. В те годы действовали кружки, танцевальные, авиамодельные, фотокружок, рукоделие, домоводство, чеканка, выжигание, вышивка, шитье. Активно работал клуб «Соколенок». Детей, посещавших различные кружки, старались воспитать в любви и интересе к труду, знаниям. Развивали в них творческие способности, давали им профессиональную ориентацию и развивали в них общественную активность. Пионер, труду и знаниям, будь готов! Всегда готов! В системе дополнительного образования детей 100 лет. А это значит, что тысячи девчонок и мальчишек Сестроя смогли выбрать себе дело по душе, приобщиться к творчеству во Дворце пионеров, Доме творчества, Школе искусств. Все эти годы рядом со школьниками были опытные преподаватели и наставники, которые вдохновляли, учили и творили вместе с детьми. Многим подросткам послешкольные занятия помогли определиться с профессией. А для кого-то они просто стали началом личной истории успеха. И сегодня Дом детского и юношеского творчества не перестает быть центром активной, развивающей и творческой работы. ДДЮ кипит жизнь, открываются таланты и загораются новые звездочки. Заглянула солнышко в окошко, соберу малину я в лукошко, пробегусь босой я по росеям, вот счастливо скажут мне всем. Каждому цветочку поклонюсь я, все же как колючку подружусь я. Рассмотрю я каждую букашку, подарю я мамочке ромашку. Хорошо живется мне на свете, любят меня взрослые дети. Счастье я и это не скрываю, счастье я и пусть это знаю. Заглянула солнышко в окошко, соберу малину я в лукошко, пробегусь босой я по росе, вот счастливы скажут люди все. Поздравить коллектив Сестрорецкого дома детского и юношеского творчества на праздник пришли и гости. Администрация муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец детского и юношеского творчества Волховского муниципального района поздравляет вас со столетним юбилеем государственной системы дополнительного образования детей Ленинградской области. Желаем всем педагогам вдохновения, искрометного творчества, неугасаемого оптимизма, разнообразия идей, профессионального роста, новых и удивительных событий, гармонии в коллективе и семье. Пусть все учащиеся дополнительного образования раскрывают весь свой творческий потенциал и достигают высоких результатов. От имени исполняющей обязанности главы нашего муниципального образования Юлии Столяровой, специалист городской администрации по социальной и молодежной политике Галина Иевкова, кроме слов поздравлений, всем педагогам ДДЮ вручила благодарности и цветы. Праздничная программа концерта была очень насыщенной и разножанровой. Вокальные номера чередовались с танцевальными композициями, стихами и сценками. Юные артисты очень старались, а зрители не жалели рук для оваций.